Ехали мы, ехали, и вот уткнулись в эксцидент, какой-то краш, авария. И вот сейчас, не знаю, пытаемся что-то там случилось, полоса, в которой мы ехали, перекрыта. Сейчас пытаемся перестроиться, не знаю, видимо, что-то очень серьезное, потому что очень много автомобилей скорой помощи, полицейских, естественно. Но здесь, как правило, всегда маленький, большой акцидент случается, краш с жертвами, без жертв. Постоянно приезжают несколько полицейских машин и пожарных. Ну, это как бы в комплексе всегда, то есть по умолчанию. Да. Конечно, жутко. Здесь очень большие скорости, люди не соблюдают скоростной режим, драйверы просто здесь есть такие безбашенные, что ну вот, что-то здесь, ну нормально так, припечатало, разлохматило полностью. Едем дальше, надеемся, ничего не случится, никаких больше происшествий, вот так. Калико – город-призрак и бывший шахтерский городок в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Расположенный в одноименных горах Калико, в пустынном регионе Мохаве на юге Калифорнии, он был основан в 1881 году как город, добывающий серебро. Сегодня это окружной парк под названием Калико – город-призрак. Он расположен у межштатного фривея номер 15, в 5 километрах от Барстоу и в 5 километрах от Ермо. Гигантские буквы с надписью «Калико» можно увидеть на пиках Калико за городом-призраком с автострады. Итак, мы поворачиваем, мы сворачиваем на подъездную дорогу к городу. Стоят какие-то колпаки. Где-то здесь сейчас будет пропускной пункт. Вон он. Нужно готовить денежку. Это кэмпграунд здесь с правой стороны. Можно также приезжать с ночевочкой, если со своими всеми делами. Так, не знаю, берут ли они, принимают ли они карточку. Hello. How many? Sorry? How many? Two. 60. Do you accept the card? Thank you. Да, вот, за двоих $16. Два взрослых человека. Стоит заехать. Вот, кстати, прайс на вход. Can we park at any place or special? Okay, thank you. Ну что ж, въезжаем в город, в городочек. Очень много парковок здесь, как бы рассчитано на сезон. Вот мы видим направо кэмпграунд, налево cemetery. Кладбище. Да, вот крест, видимо, наверху говорит о том, что там кладбище. Так, нам нужна вот эта вот дорога. Welcome to Calico Parking Hostel. Едем.
1881 году четыре исследователя покинули станцию Грейпвайн, ныне Барстоу, штат Калифорния, и направились к вершине горы на северо-востоке. Описывая горный пик ситцевого цвета и горный хребет, которому он принадлежал, они назвали будущий город Калика. Итак, друзья, мы стоим у входа в город Призрак, как официально называется этот парк. Это уже парк, региональный парк, коим он стал в 2005 году при содействии Арнольда Шварценеггера, бывшего губернатора Калифорнии. Калико. Мы на входе при уплате определенного фи получили вот такую вот брошюрку, буклетик. В этом буклетике карта, план города. И я хочу сказать только то, что здесь часть зданий есть восстановленные, и часть зданий остались еще оригинальными. Какие здесь указано в этом плане? В 1950 году город был приобретен известным в этой области, в этих краях, фермером-миллионером Уолтером Нотом. И Уолтер Нот выкупил этот городок, и, в общем-то, он его превратил в туристическую достопримечательность. Так вот, часть зданий он реставрировал, восстановил, а часть зданий оставил как есть, в оригинальном виде. Мы будем гулять, ходить, и благодаря этому плану мы посмотрим, какие здания оригинальные, какие здания были восстановлены. Ну что ж, пойдем в город. Четыре разведчика обнаружили серебро в горе и открыли шахту Silver King, которая была крупнейшим производителем серебра в Калифорнии в середине 1880-х годов. В начале 1882 года было создано почтовое отделение и начала издаваться еженедельная газета «Калика Принт». Вскоре в городе появилось три отеля, пять универсальных магазинов, мясной рынок, бары, бордели, три ресторана и пансионат. В городе также были заместитель шерифа и два констебля, два адвоката и мировой судья, пять комиссаров и два доктора. Также был офис Wells Fargo, школа, телефонная и телеграфная служба. В разгар добычи серебра в 1883 и 1885 году в Калика было свыше 500 шахт, а население около 1200 человек. Лев Салун. Вот это оригинальное здание сохранилось тоже с конца 19 века. Видно, как из чего состоит покрытие, штукатурка 19 века. Это вот, огром, вот эти вот камни в глине замешанные, просто вот налепленные. И вагонетка из шахты. Мы там побываем, кстати.
Открытие новых минералов в горах Калика увеличило население города, и в 1890 году его численность составляла 3500 человек. Там, среди прочих, проживали выходцы из Китая, Англии, Ирландии, Греции, Франции и Нидерландов, а также американцы, жившие в тех краях. В том же году был принят закон о покупке серебра, что привело к снижению на него цен. Слева от меня находится здание городского холла, городской управы. Вот это здание как раз таки и есть оригинальное, оно сохранилось с конца 19 века. Да, а вот здесь, в этом месте, рядом с таун-холлом, есть памятный знак. На нем высечена надпись, в котором говорится о том, что город был заложен в 1881 году, и сейчас Калико снова живет. Здесь также говорится о том, что в 1951 году Уолтер Нот, владелец Берри Фарм, решил заново отстроить, отреставрировать этот городок в память о всех тех шахтерах, которые здесь жили и добывали серебро. Также здесь указано, что всего было произведено серебра, вы только вдумайтесь, на 86 миллионов долларов. 19 века это была просто непомерная сумма. Город был лидером по производству серебра. Только мы вошли в город, мы сразу же увидели, что во двориках очень много различных механизмов, приспособлений, какой-то утвари. И все вот это вот практически осталось с тех самых времен, с 19 века. И оно вот в том виде, в котором есть, правда, немного подкрашено, немножко обновлено, чтобы выглядело более-менее нормально. Вот это, например, двигатель паровой, судя по всему, который использовался для нужд шахт, которые вырабатывали серебро, добывали серебро. И вообще вот здесь очень много вот таких вот различных штуковин, приспособлений. Я даже не знаю, как они называются, но это тоже похоже вот на двигатель. Да, судя по всему, огромный такой двигатель. Все это, в принципе, использовали. Все это вот частично сохранилось, частично восстановлено, частично сохранилось. С 19 века. Потрясающе. Калико был восстановлен в облике эпохи серебряной лихорадки, когда он процветал, хотя многие оригинальные здания были снесены и заменены некой пряничной архитектурой и ложными фасадами, которые могут видеть туристы. Большинство отреставрированных и недавно построенных зданий выполнены из дерева с простой деревенской архитектурой и сильно выветренным внешним видом.
1896 году серебряные рудники Калика перестали быть экономически выгодными. Почтовое отделение и школа закрылись в 1898 году. На рубеже веков Калика был уже фактически городом-призраком, а с окончанием добычи буры в регионе в 1907 году город был вовсе полностью заброшен. Многие из оригинальных зданий были перенесены в Барстоу, Дагет и Ерма. Стоят всякие штуковины здесь. Попробовали печатную машинку и вот какой-то old miner. Не знаю, что этот старичок делает. Сейчас попробуем. 60 центов нужно положить. Натан! Чё? When Pappy speaks, smart folks will listen. I'll do it. Got a little piece of advice for you. As you travel along life's bumpy road, don't ever underestimate the power of them stupid people in large numbers. Unless, of course, you're one of them unfortunate fellers. In that case, we like to say ignorance is bliss. Go on now. Put another coin in. Let Pappy tell you more. Наколдовал. Цирюльня парикмахерская. Вот, восстановлено, процесс показан. Оригинальное кресло. Вот так вот. Все, уже вот в 19 веке в США уже были вот такие вот штуки всякие. Как я и говорил, часть зданий в городе Калико было восстановлено в 50-е годы, когда Уолтер Нотт взял под покровительство этот город. И вот это вот здание как раз таки одно из них. Это школьный дом. Здесь была своя небольшая школа, но она была разрушена, и Уолтер Нотт с помощью своих со своими архитекторами восстановил их по старым фотографиям. Мы сейчас зайдем, посмотрим туда. Хотя она и выглядит как старое здание, но в принципе оно было таковым.
Итак, мы погуляли по городу и решили взять несколько туров. Здесь предоставляется 4 тура аттракшнса для туристов. Один из них – это железная дорога, которая называется Одесса Railroad. Пойдемте посмотрим, что за тур и стоит ли в нем поучаствовать. Купили 2 билетика и садимся на поезд. Попытка возродить город была предпринята примерно в 1915 году, когда был построен цианидный завод для извлечения серебра из необработанных месторождений Silver King. Уолтер Нотт и его жена Корделия, основатели известной Нотт's Berry Farm, примерно в это же время проживали в Ньюбери-Спрингс, и Нотт помогал строить цианидные цистерны из красного дерева для завода. В 1951 году Нотт приобрел город и начал восстанавливать его до первоначального состояния, ссылаясь на старые фотографии. В 1966 году Нотт подарил город округу Сан-Бернардино, и Калико стал региональным парком округа. В ноябре 1962 года город-призрак Калико был зарегистрирован как исторический памятник Калифорнии. В 2002 году Калико соперничал с городом Боди в округе Моно, чтобы быть признанным официальным городом-призраком штата. В 2005 году был достигнут компромисс, когда Сенат штата и Государственное собрание согласились указать Боди в качестве официального государственного города-призрака Золотой Лихорадки, а Калико – официального государственного города-призрака Серебряной Лихорадки. Ну и в этом же году, в 2005-м, Калико получил статус Калифорнийского исторического памятника при успешном содействии тогдашнего губернатора Арнольда Шварценеггера. Если пройти по всему городу и подняться наверх, в конце есть такая площадка обзорная, на которой можно увидеть город как на ладони. Фактически вот он, его можно увидеть. Да, слева чуть левее городка, вот это вот Одесса Railroad с паровозиком, на котором мы были в туре, проехались вот вокруг этого холма, который, собственно, демонстрирует процесс добычи руды, серебра, минералов и прочего вот всего этого богатства.
Да, а еще левее, вот эта вот площадь, вот эта area, на которой мы стоим, площадка под нами, она испеперещена вот этими тоннелями, проходами различными, там, где вот, собственно, и происходил забойные шахты, вот эти вот все майнс, копи. Да, и видно входы в эти пещеры, в эти шахты. Люди держали, рабочие, шахтеры держали коммуникацию с внешним миром. А если мы посмотрим еще левее, вот эта гора, вот этот вот холм огромный, на котором надпись «Калико», мы увидим, что цвет разительно отличается. Он такой ярко выраженный, бурый такой, красно-бурый такой, от той области, где стоим мы, вот наша такая желтистая такая, оттенок желтистый такой. Да, собственно, вот это и есть та порода, из которой потом уже все эти минералы искали, все эти серебро там вымывали, вычищали и прочее. И, собственно, там, где гуляли эти четыре исследователя и нашли все эти богатства. Ребятки, мы спускаемся в настоящую шахту. Эта шахта находится под городом Калико. Здесь их, в общем-то, очень много, но это одна из тех шахт, которые сделали как украшение, так и туристическую достопримечательность. Вход сюда для взрослых $3. Вот мы сейчас спускаемся, чтобы посмотреть, как она выглядит изнутри. Это настоящая шахта, вырубленная в скальной породе. И, конечно, она впечатляет даже на входе. Вот сейчас мы спустимся сюда и посмотрим внутри. Снимаем. Обалдеть. Ни черта не видно. Они тут и пользовались они здесь керосиновыми лампами. Выход наверх. Здесь вот доставали с рудой, с песком. А там потом вымывали наверху. Здесь показаны этапы, как, собственно, вот эта руда и добывалась. Уже на то время был механический труд. Востребован механизм и приспособление. Конечно, на самом деле это удивительно, то, что в горах можно вырубить такую вот хрень и поставить такие вот подпорки и ходить по ним, не боясь. Хотя чувство такое, что сейчас что-нибудь осыпется. Правда, порода очень твердая и на вид выглядит как монолитный. По шахте, которая находится под городом Калико, это настоящая шахта. Люди здесь жили, работали, и сейчас это как бы достопримечательность. И мы зашли в конец. Дальше выйти нельзя, дальше начинается забой. Именно там вот рабочие там поставили фигурки, именно там рабочие вырабатывали породу, разбивали там это все дело, закачивали в вагонетки и доставляли наружу, на поверхность. Удивительно. Просто удивительно. Да. Пойдем дальше. Вот еще одна сценка реконструированная. Здесь показано, как забойщик стоит с молотом, с кувалдой. Перед ним вагонетка.
Вот, и, судя по всему, я не совсем понимаю, то ли он долбил проход, тоннель, то ли он выдавливал именно породу. Но что-то, видимо, в этом духе. Вот выход. Причем устроен он так, чтобы нерадивый турист не захотел бесплатно войти в него еще раз. То есть в одну сторону крутится хреновина, а назад уже все. Здесь очень много шахт, и вот эти таблички говорят о том, что эти зоны очень опасны, пересекать ни в коем случае их нельзя. Еще, что интересно, мы обнаружили вот такие вот бревна. Мы думали, что это бревна, оказывается, это обмотанные проволокой длинные-длинные такие деревяшки, и внутри идут провода. Причем интересно сделано, реализовано, под старину, как будто это реально бревна. Итак, на очереди еще один тур, Attraction Mystery Shack. Пойдем посмотрим, что это такое. Okay, the first thing you want to do, answer the question right now. Okay. We also captured a whole nest of baby rattlers out in the desert the other day. In the box marked caution, careful when you lift up the lid, they may bite. Oh. Over here in this box with the red lettering is a wild chicken, a man-eating chicken. He could fly up through your nose, so careful when you look in there. Okay, I see. Thank you. Careful, careful. Man-eating chicken. Отправляемся с этим товарищем в тур Mystery. Guys, go all the way up. Don't go in the house yet. I am right there. I see. Не знаю, что нас там ждет. Куда-то ведет нас. The house. Okay, you two, if you would, stand right up against the fence up there. Okay. Wow. Okay. A little disease. Don't want her to lose her balance with the camera in her hand. Have her put the strap around. Downhill. Always downhill, alright? Now, I've got a bucket of water. I'm going to pour it in here. It's going to set in a minute. Watch this. Mm-hmm. Now, if you're wondering why, I just found out calico is part of Egypt, and in Egypt, water runs uphill. Oh. So, neat and stupid things you're going to learn in the mystery track, right? Yeah. Okay, when we go inside, lean to your right. Simple as riding a bicycle. Come on in. Заходим в этот кривой дом. Yeah, right there, good. Yeah, you guys look like Michael Jackson. Hey guys, I have a ramp here. Easy to walk up, a little bit tougher to walk down. Don't trust me. Pretty easy going up? Yep. Yeah, look at that. Whoa. Twisting. Yeah. Как будто это самое. I'm feeling like on the ship. Oh my god. Alright, Neil, maybe that pocket, that pocket, and that pocket. No point. Five ball, orange ball. I'm gonna put it in that corner pocket. Yeah. Never been on this table. You will always lose, always. Anybody feeling dizzy? Yes. Get over it. I got nothing. Hi, you two. We're going next door. I'm gonna follow you. Okay.
Are you understanding me so far, young lady? Yeah. Okay, good. I get lots of dust and dirt, wind and sand blowing through here. I am in here all the time, sweeping, cleaning, cleaning, sweeping. I hate housework. You guys like housework? No. Well, this has made me tired, so I'm taking a break right now, guys. Oh my god. Unbelievable. Pretty neat, huh? Yeah. And people always ask, how do you stand the room up? I'm going to tell you the secret. A friend of mine gave this to me. His name is Harry Potter. You guys know Harry Potter, right? Yeah. Painted the broom, sent it to me. It's been working pretty good since then. All right, everybody. I have Harry Dover's old chair. Now, he did not let anybody sit in the chair. Nobody. Until he died. Then everybody from around the world could sit here. That made Harry angry. His ghost came back and he put a curse on this chair. Try it, buddy, come on. I guess that 4x4. There you go. Oh, yeah. I'll hold your camera for you. Mm-hmm. Okay, have a seat, partner. Okay, put your knees together. Knees together. There you go. Hands on your knees. Harry does not like this gentleman sitting in his chair. Harry's ghost just sat down on your lap, buddy. Now, don't move your hands. Stand up. Come on, you can move. Wiggle, wiggle, wiggle. Не могу подняться. Прибило. Не знаю. Slide your butt out. More. Way up. No. More butt. Way out. More. Now right there, partner, sit up. Come on, do a sit up, buddy. There you go. Now stand up. Hands up. I win. Yeah, Harry likes you. Yeah. Come on, young lady, let's do this. В общем, много забавных вещей мы тут увидели. Yeah, look through the window, the magic crown. Сейчас вот еще один увидим. Magic crown. Так, что тут у нас? Посмотри, вода течет из ниоткуда. The water. Where is the source? Well, that's the question. That's the big question. Nothing behind it. Nothing. Только посмотрите. How do you think that might work? Any guesses? Солнце клонится к закату. Мы пытаемся посмотреть что-то еще интересное. И вот нашли такое место, где жили когда-то рабочие. Как известно, в Калико было очень много выходцев из разных стран, но больше всего их было из Китая. Вот эти вот остатки помещения, это жилые дома, в которых жили когда-то китайцы в 19 веке. Они сохранились, вот эти вот руины сохранились до сих пор, можно вот увидеть, как это все было. Вот это оригинальные сохранившиеся постройки. Чуть-чуть пройдя дальше, можно увидеть вот тоннель, это выход шахты наружу. Сейчас он тут вот закрыт, вот написано, чтобы держались подальше. Вот. Но если посмотреть внутрь, то видно, что это такое. Вот эти вот все постройки, все это оригинальное, сохранившееся с 19 века. Вот здесь даже вот чугунок висит, где написано, что это Chinese Bath Tube. Мыли здесь. А что, кстати, там? Да, ну вот если сюда заглянуть, то можно увидеть, собственно, убранство среднетипичного, среднестатистического домика китайского шахтера 19 века в Калифорнии. Идем дальше. Еще одни руины жилых помещений. Но это уже вот эта вот часть, кстати, это как раз-таки наиболее сохранившаяся. Все остальное было в большей степени переделано, реконструировано. Вот эта вот часть, она, в общем-то, и содержит все остатки построек 19 века. Вот тоже руины домиков шахтеров.